Привет, это канал I Like Pet, я Таня. В этом ролике вас ждет настоящая видеоинструкция. Мы вместе с кошкой Сонькой расскажем вам, как правильно стричь когти мяукающему другу в домашних условиях. Стрижка когтей – важная процедура для любого мяукающего друга. Сильно отросшие когти могут не только врастать в подушечки лап и причинять кошке дискомфорт, но и доставить серьезную боль. Например, питомец может зацепиться когтем от ткани и из-за этого травмировать лапы. Как правильно стричь когти кошки в домашних условиях? Мы подробно изучили информацию на эту тему и готовы представить вам пошаговую инструкцию. Перед процедурой обязательно приобретите в зоомагазине специальный инструмент для стрижки кошачьих когтей. Помните, что кошачий коготь по структуре отличается от человеческого ногтя, поэтому маникюрные ножницы для стрижки когтей мяукающего питомца не подойдут. Обеспечьте хорошее освещение в том месте, где вы собираетесь стричь кошке когти. Подготовьте кошку к стрижке когтей, приласкайте мяукающего друга. Питомец должен быть максимально спокойным и расслабленным. Проводя процедуру, ни в коем случае не суетитесь, будьте спокойны и аккуратны. Кошка должна чувствовать ваше спокойствие и уверенность. Зафиксируйте кошку в удобном положении для стрижки когтей. Если вам нужна помощь других людей во время процедуры, позовите их к себе. Разные питомцы по-разному переносят стрижку когтей. Одни реагируют на такую процедуру совершенно спокойно, других достаточно придержать одной рукой. С третьими же с трудом справляются несколько человек. Будьте максимально внимательны во время процедуры. Следите за своей безопасностью и безопасностью питомца. Выполнив предыдущие шаги, начинайте стрижку когтей. Осторожно нажмите мяукающему другу на подушечку лапы, чтобы выступил коготок. Затем аккуратно обрежьте каждый коготь, не задевая кровеносные сосуды. Розовый участок с кровеносными сосудами хорошо заметен под белой пластиной когтя. Важный момент – обрезайте коготь на расстоянии не менее 2 мм от сосудов. Если задеть сосуд, начнется кровотечение, и кошка будет испытывать сильный дискомфорт. После процедуры обязательно поощрите питомца за его терпение. Например, погладьте кошку, подарите ей вкусное лакомство или новую игрушку. Теперь вы знаете, как подстричь когти кошки в домашних условиях. Следуйте перечисленным советам, и пусть когти вашего мяукающего друга всегда будут в отличном состоянии. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!